Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Точка.нет Фредерик Мишель. Здравствуйте. Со своим переводчиком. Сегодня поговорят о новом проекте, вернее, не новом, а о их проекте «Культурно-образовательная академия». И также ответят на все вопросы наших читателей. Итак, первый вопрос. На чем в большей степени сосредоточен проект «Культурно-образовательная академия»? Вот есть такая граф, есть die культурной Bildungsakademie gerichtet, darauf ist sie konzentriert. Also wir haben 2014 mit dem Projekt Kultur- und Bildungsakademie hier in der Ukraine begonnen, mit drei Zielen. Мы в 2014 году начали наш проект «Культурно-образовательная академия», у нас тогда было три цели. Das eine war es, die Vernetzung sowohl hier im Lande zwischen den Vertretern des öffentlichen Kultursektors und den Vertretern von Kulturinitiativen zusammenzubringen. Первая цель это было построение сетей между деятелями культуры из государственного и негосударственного секторов, а также между деятелями культуры из Украины и за границей. Denn bislang waren da die Verbindungen zum Teil recht schlecht. Потому что до того момента, скажем, связи между разными деятелями культуры были достаточно слабыми. Ein zweiter Punkt war eben auch die Vernetzung zwischen ukrainischen Kulturakteuren und deutschen Kulturakteuren zu unterstützen. И вторым пунктом, второй задачей это была поддержка отношений либо построение помощь в построении сетей между деятелями культуры в Украине и Германии. Ein anderes wichtiges Ziel war es, den ukrainischen Kulturakteuren Instrumente in die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit, die sie zum Teil schon sehr gut und erfolgreich hier im Lande leisten, zu professionalisieren. И как бы еще целью было дать деятелям культуры, активистам культуры инструменты для профессионализации их деятельности, даже несмотря на то, что как бы они работали успешно и воодушевленно и как бы очень активно работали. Und gemeinsam mit ukrainischen und deutschen Kulturexperten wurden dann Strategien entwickelt, am Beispiel von Projekten, wie die Kulturpolitik in den Regionen der Ukraine auf Wünsche der Zivilgesellschaft eingehen können und so für die Städte, für die kleinen Ortschaften sehr vorteilhaft sind und sich nachhaltig entwickeln können. Скажем, совместно украинскими и немецкими культурными экспертами были разработаны стратегии развития культуры на примере каких-то конкретных на примере чего-то конкретного, каких-то конкретных проектов, и также вот были разработаны стратегии развития культуры в маленьких городах. Passierte in den letzten zweieinhalb Jahren in Form von Workshops, in Form von Besucherreisen, Austauschprogrammen mit deutschen Experten und der Erarbeitung einer Publikation der sogenannten Roadmap für Kulturentwicklung in der Ukraine. И как бы вот эта вся наша деятельность, она происходила через воркшопы, через семинары, через поездки, вот как бы обмен, да, поездки по обмену опытом. Также у нас была публикация на тему roadmap, культурная карта, культурная стратегия развития. Und in diesem Jahr hatten wir eben auch noch die Möglichkeit, 16 Projekte finanziell und mit Mentoren zu unterstützen, die hier in Städten in der Ukraine dann durchgeführt wurden von Alumnis unserer Kultur- und Bildungsakademie. И в этом году у нас была возможность финансово и нефинансово поддержать 16 проектов, а под нефинансово имеется в виду предоставить им вот как бы представить к этим проектам экспертов. И проекты были выбраны из проектов от наших выпускников, от выпускников наших программ из предыдущих лет. Also alles in allem haben wir während dieses Zeitraums der Kultur- und Bildungsakademie über 200 ukrainische Kulturexperten gefördert, über 25 deutsche Kulturexperten mit involviert
und in über 20 Städten Projekte durchgeführt. И за время работы культурно-образовательной академии мы смогли имели возможность поддержать более чем 200 культурных экспертов из Украины, привлекли более чем 25 деятелей культуры или культурных экспертов из Германии и как бы были представлены или наши вот программы проходили в 20 городах Украины. Спасибо. Следующий вопрос как раз о проектах, которые будут в этом году реализоваться, я так поняла. Кристина спрашивает, 16 проектов из 11 городов получили гранты. Это достаточно много. Какие бы вы могли выделить? Расскажите о нескольких проектах. Спасибо. Кристина fragt, 16 проекты из 11 Städten haben Grants bekommen. Das ist schon viel genug. Welche Projekte können Sie hervorheben? Erzählen Sie bitte über manche Projekte. Danke. Also, es gab eigentlich, was die Projekte angeht, so zwei Richtungen, in denen dort gearbeitet wurde. Что касается этих проектов, у нас было два направления, по которым мы работали. Es gab Projekte, die haben sich zum Ziel gesetzt, eben ihr Wissen, das Know-how über Kulturmanagement weiterzugeben, also quasi wie Multiplikatoren zu wirken. Как бы первое направление это были проекты, которые ставили себе за цель передавать дальше, распространять свое знание, свое ноу-хау, то есть выступать своего рода мультипликаторами. Ja, da gibt es zum Beispiel in Rivne ein Projekt, in dem eben, also es nennt sich Urban Creativity Lab, in denen einfach Leute aus der Stadt und der Umgebung geschult werden, wie sie ihre Projekte auch professionalisieren können. Вот есть, например, проект в городе Ровно. Проект называется Urban Creativity Lab. И в рамках этого проекта жители города, как бы жители города учат тоже проводить свои какие-то маленькие проекты. Oder von der NGO Cultural Dialogue wurde eine Plattform für Kulturmanager eingerichtet, die sich auch vor allem an Leute gerichtet hat, die in kleinen Orten arbeiten, zum Beispiel in Slowjansk, Kramatorsk oder Kremenchuk. Also Kulturdialog-Plattform, die in den Orten? Eine praktische Plattform, praktische auch, um Plattform. Dieses Wissen okay. eben weiterzugeben. Da вот, например, есть NGO культурный диалог. И эта общественная организация, она тоже создала какую-то платформу для того, чтобы распространять какие-то практические знания в городах Украины, восточного региона. Daneben gab es Projekte, die sich wirklich mit Kulturveranstaltungen in ihren Orten beschäftigt haben. И как бы, а наряду с этим были проекты, которые занимались организацией каких-то мероприятий в своих городах. Da gab es zum Beispiel in Cherson ein Projekt, das nennt sich Common Friend. Вот был, например, в Херсоне такой проект, который называется Common Friend, общие друзья. Например. Das geht um ein berühmtes Segelschulschiff, das in Deutschland gebaut wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil der Reparationszahlungen dann nach Cherson kam. Как бы этот проект построен вокруг парусной фрегаты, которая была построена еще когда-то давно в Германии и после Второй мировой войны ее перевезли в Херсон в качестве репатриации, в качестве вот, как бы компенсации за военный какой-то. Dieses Schiff wurde dann in Cherson unter seinem dann neuen Namen Tovarisch wirklich ein Symbol auch dieser Stadt. И этот корабль, эта фрегата, она была переименована в Херсоне, получила название Товарищ и стала символом города Херсона. Und in den 90er Jahren wurde es dann wieder zurückgeschickt nach Deutschland, wo es jetzt liegt, in Stralsund. А в 90-е годы эту фрегату снова отправили назад в Германию, где она сейчас находится, в городе Штральзунд. Und anhand dieses Schiffs wurden Projekte gemacht, einmal auch zur Erinnerung. Und dann eben ist es ein wunderbares Symbol für diese Verbindung zwischen unseren beiden Ländern, also der Ukraine und Deutschland. Und вокруг вот этого вот как бы вот этой истории строились проекты, скажем так, проекты памяти и проекты, которые хотели показать вот связь между нашими двумя народами. Oder zum Beispiel in der kleinen Stadt Heniches bei Cherson gibt es eine alte Brücke. Und die NGO Urban Souk hat sich vorgenommen und durchgeführt, diese Brücke letztendlich als
Ort zu nehmen, an dem Kultur geschaffen wird mit den Bürgern dieses Ortes. И вот, например, есть такой маленький городок Геническ под Херсоном, и там есть это старый заброшенный мост, и общественная организация, которая называется Урбансук, она решила сделать этот мост местом проведения культурных акций для местных жителей. То есть и приглашали местных жителей для совместного как бы проведения каких-то мероприятий. Also, ich könnte jetzt noch ganz lange weiterreden, weil eigentlich alle Projekte sehr, sehr spannend waren und sehr erfolgreich. Wir werden auch am Ende des Jahres eine Publikation veröffentlichen, in denen diese Projekte auch nochmal beschrieben werden. И, конечно, я могу так продолжать рассказывать долго, потому что все проекты были интересными, успешными, но в конце года у нас запланирована публикация, в которых будут описаны все эти проекты. Спасибо.